Казани водитель служебного фургона выгнал из машины полуголых девушек, которые проходили квест. Участницы в одном нижнем белье ночью подходили к водителям и просили у них деньги на теплую одежду. В итоге они заметили, что на дороге стоял городской фургон без водителя и залезли в него, видимо, погреться. Сам работник очень удивился, когда вернулся и выгнал девушек из автомобиля. Ну а позже участницы квеста объяснили, что просто выполняли задание.